Всем ураган, с вами привет, и сегодня мы будем вычислять импостера, ака Мандалорца, самой гениальной тактикой на кометах. Ну а перед началом ролика не забывайте залетать в Телеграм, а также на Твич, ссылка на это все есть в описании, а я не буду задерживаться, погнали в каточку. У нас Рукова опять не импостер. Оно. Так, они начали мою тактику юзать. А ну подожди. Окей, давай я пока выполню, просто я так хожу, слежу за всеми. Как бы некомфортно. Чуть так некомфортно. А где Литпут? А где Литпут? Алло, мы потеряли Литпута. Доми бежит. А что он делает? Что сейчас сделал Знат? Так, тут так вот бегут. Знат просто заперся в одиночестве, боясь кого-то. Странная штука какая-то. Очень странная, господа. Знат, а что ты там забыл? Это Чупикс, я повторял эту истину у себя в голове. Доми с Голландским вообще-то вдвоем оставались, когда я уходил. Не. Короче, Доми забегал в электрику, Чупикс выбегал из... А, может еще... Так вы сами ко мне забежали. Ты сам позвонил мне. Может быть, еще Литпут с ним пересекся. Я просто в голове у себя говорил, если Асти сдохнет, это Доми. Я максимально старался от всех держаться подальше. Галыч, сейчас еще Литпут давно отхуярил бы меня с ураганом. Ну, кстати, ну да, Доми был с нами, но на маленькой. Я вам просто говорю, я потому что все, кто с кем-то пересекался, у себя в голове говорил, если этот, то тот. Доми со мной пересекался. Я вам объясняю, как было. Я стоял в электричестве, делал задание. Ко мне забегают Доми и Голландский вместе. Слышно меня? Да, я стоял на электричестве, делаю задание, ко мне забегают Доми Голландские, вместе они бежали. Угу. Я от них в сторонку прям у стенки шел и убежал от электричества. И ну, пошел. Значит, кофе видел, что я пошел делать. Ты винду переустанавливал там или что? Я пошел делать. Я что-то на меня кидаешь, вообще меня видел в физике? Обзором быстро больше, чем прошел. Да, ты в конце в хранилище, по-моему, бежал с хранилища, а Доми в ту сторону бежал. Я поэтому... Ураган, ты меня в подозрении. Я тебя вообще не видел, кстати, что файлы. Но я тебя видел, камера. А может, я обзор побольше, чем у меня? Пытаюсь понять. А может быть... Типа, потому что я обзор диалоги вообще увидел. Ебать, три диалога одновременно. У меня, думаете, три мозга, но я все слушаю, блядь, пиздец. Да у нас со Знатом своим. Может быть, я не прав, но я вам просто говорю, что я у себя отмечал во время карты. Что делаешь? Я в Мангас играю. Привет, как дела? Понятно. Сейчас меня один голос чекает. Сейчас 10 нахуй. Слава, ну это КЗ. Либо Чупикс, либо Литпут. Я просто запутался в таком этом пространстве находиться. Да у нас несколько диалогов шло реально. Какая-то винда там вообще непонятно. Выбирай конфу, присоединяйся. Блядь. Нет, это больше похоже на зум, потому что один винду переустанавливает. Я, короче, забегаю в электричество. Блин, бесполезно. Вижу Джонни, я такой думаю, бля, не-не-не-не. Один на один не останусь. И только убегаю, и труп сзади меня такой падает. Его отравили. Это действительно как в литературе. Его отравили. Ну, смазали, не хочу говорить. А ураган был в электрике? Джонни убегал в электрику в сторону электрику с Чупиксом. Дальше что Чупикс? Какой? Куда я убегал в сторону электрики? Олег был. Я сейчас в реакторе был. Что ты вообще несешь? Я просто... Стой, да я на камерах вас видел просто. Я и спрашиваю, что дальше было. Олег, ты же до этого в электричестве был. К тебе Джонни прибегал? Нет. Мы пересеклись, когда он был на нижнем двигателе. Блин, а я помню, ты пробежал еще мимо меня или кто? Ну, я пробегал, когда ты, ну, сзади меня такой выбегаешь из электричества и идешь в правую сторону. Ну вот. Подожди, Ася. И пошел сосать. Ты забежал в электричество с Джонни, да, правильно? Вижу, Джонни задание выполняет, ну, заканчивает уже такое. Я думаю, о, он шевельнулся, я такой, не-не-не. Я отравил Джонни. Я обосрался. Ты с камер бежал. Да. Кого еще видел там? Блин, может, перепутал там таблетки какие-то. Я перепутал. Чупикса видел? Не помню. А есть у кого справочка в меди? Я вообще не был в электрике, вот Олега, я говорю, в прошлом раунде сделал электрику. Там справку в меди получить надо, потому что коронавирусом так. Не болеете. Эники, блин, ну Чупикс вроде может вареники. Правду говорить, потому что он реально в прошлом раунде электрик. Да он бы так не убил, так... ты чё? Ну, просто остается-то непонятно, кофе-то, что ли, реально? Я ну, просто ну, я не знаю, можем скипнуть. Да нет, голландский долёт, и мы тиммейт. Блядь, вы помните? Я же в прикол голосовал! Скип, ну блин, ураган! Короче, все ясно. Ладно, ребят, вы угадали, поздравляю. Справочку получить надо, господа, справочку. Ну никому справка, что ли, не нужна. Но, опа, Лид, у тебя есть скан? Скан есть или нет? Есть или нет? Есть или нет?
Я тут жду. Давай подождем, реально. Давай вот так вот подождем. Я понял то, что как бы тебя, возможно, отравил Чупикс, поэтому мы ждем. Просто наблюдаем и ждем, как ты, возможно. Это Чупик вообще прям без всего. Почему? Можем его кинуть. Потому что Литпут пересекся с тобой и сразу побежал ко мне. Он видел то, что у меня есть скан. И походу он меня отравил. И походу он меня сейчас отравил. Ну мы сейчас кикаем Чупика, потому что Литпут не зря ко мне подбежал и начал стоять просто так. Сейчас 100%. В смысле, подожди, Литпут все подошел. Смотри, я тебе объясню такую вещь. У нас получается, я с Литпутом в меди. Потом Литпут убегает вверх, что-то Чупик забегает в мед, смотрит так, до меня не добежал. Потом я Литпут забегает. Не заходил даже. Не заходил? Да. Тогда точно пока. У меня есть скан, типа. Ураган. У меня скан есть, вообще пофиг. Если я еще умру после голосования. Я могу анимашку тебе показать, Ася, вообще спокойно. У меня тоже есть. Да, да, да. Поэтому ты в мед не забегал, а я там стоял, ждал, пока кто-то ко мне зайдет. Кикать ураган вот. Пойдем, я вам сейчас всем продемонстрирую свой скан. Пойдем. Давай. Я вам скан покажу. Давай. Смотри, показываю. Ага. И что мы встали, мальчики? Ну все, мы будем стоять вот так вот. Вот так вот. Я не буду ничего делать, я буду ждать. Я просто буду выжидать, как бы, кто тут умрет. И вы это понимаете. Как бы два человека уже видели мой скан. И сейчас для импостера максимально некомфортно, кстати, вся эта штука. А, ну давай. А, ну все. Вообще легко. Знат, пойдем? Не, пойдем. Там все равно один импостер, нам надо починить. Нам 100% сейчас надо починить хоть как-то. И тут бежит. Ну, Знат, ну как ты так мог, Знат? Как ты так мог сделать, а? Ася, я видел ураган. Ой, ну блин, ну Знат. Ну, Ася, ну ты понял, в кого голосовать. Ну, я в шоке просто. Ты еще раз так будешь хуёвую актерскую игру показывать, если, ну я тебя хотел поддержать, мальчик. Блин, а мне понравилось, как мы в меди, короче, поняли. Ну да. А чё вы наверх не побежали, уроды? Да потому что мы специально знали. А ты видел, я скан проходил. Стоп, а второй Чупик был? Да, да. Вначале ну меня бахнул. Да, там уже в конце йоды, блин, шанс. Стоит, ждет, короче. Один мандалориан был замечен на нашем объекте. Самое жесткое это вот здесь вот мне встать и выполнять эту штуку. Это самое гениальное будет, потому что ко мне никто не подойдет. Ну это будет как бы сразу палевно, если ко мне кто-то подойдет, и я сразу начну за ним бегать просто как вкопанный, не знаю как что. Подожди, я вот сюда не подхожу, Литпут. А ну подожди, Литпут, мне интересно, умрешь ли ты? Это голландский, это очень легко. Потому что, смотрите, внимательно объясню вам такую вещь. Это тот тайминг как раз специально был. Смотри, я тебе объясню такую вещь. Мы стоим, значит, я самый первый побежал на кометы, специально встал сверху, чтобы мимо меня никто не пробежал и не цапнул меня. Стоит Рома и Литпут выполняют кометы. Голландский потом на секунду, прям на миллисекунду Рома убегает вниз. Голландский подбегает к Литпуту, на миллисекунду останавливается и бежит вниз. Я специально стою, смотрю на Литпута, и Литпут умирает. Задание, да заткнитесь, подождите. Либо Рома, либо голландский, окей. Да потому что это не я! Я выполнял задание с листочками. Он говорит, что я на секунду к нему подбежал. Так ты к Литпуту подбежал на секундочку, встал на место. На кометах, на кометах, на кометах. Голландский бы так тупо не убивал, друзья. Блять, Чупик! Голландский бы так тупо не убивал, нахуй, это не голландский. Я да. Это, кстати, хорошо, что вы меня. Я против урагана. Короче, если еще, чуваки, потом Рому с Олегом кикнете, если это не голландский. Но это вряд ли ураган тоже. Да подожди. Тебя? Ну да, если ураган тоже. Ты что, ровлишь? За что? Не-не-не, я тебе объясню, потому что если ураган говорит, если это не голландский, значит это Рома. А с Ромой. Почему ураган сам не может? Потому что я специально съехал. Можно я скажу? Подожди, стой, Джонни, а с Ромой что? Ну-ка, погоди. Рома, типа, мандалорец, а ты Йода, который я просто хотел. Я просто все это время хотел сказать то, что я помню, как Доми пробегал. Да. Нет, ты понимаешь, что там времени прошло 15. Нет, почему? С чего я Йода? Вот просто с чего? Олег, если это не голландский. Короче, не голландский. Кикнули меня или нет? И не Гриша. Значит, наоборот, блядь. Ну ладно, давайте, ребята, ураган может быть по такой. Нет, Ася. Пока. Это либо ураган, либо Доми, либо ложка. Ну и ладно.
Либо голландский. Голландский у нас остается в подо... все, я могу двигаться спокойно. Короче, а он вряд ли был отметочкой, потому что я реально не помню, кто там пробегал. Но я специально, там же прошло эти гребаные 15 секунд с той кометы. Или нет, или да. Ну, значит, Рома остался. Ну, блин, ну. Я не знаю, не знаю. Но я специально буду здесь соло бегать, как бы. Подожди, камера включится. Ну, я под камерой стою специально, как бы. Мне вообще плевать. Я надеюсь, да хрен, кто там на датчике стоит. Здорово, Чупикс. А ну, подожди, давай, Чупик. Если я сейчас умру, это будет очень прикольно. Это прям максимально прикольно будет. Я сейчас сдохну, то это ураган. Понятно. То же самое. Если я сдохну... Ася, если бы... Ага. Я бы тебя убил уже давно, все уже, видишь? Да, я понял. Стоп, подожди. Мы кикнули голландского, умер Литпут, и у нас минус... Нет, знат в доме. Литпут умер до этого. Подожди, Джонни, вопрос. Вопрос к тебе, уважаемый, носатый. Ладно, это не ураган. Почему? Да, вот, Чупик, я у тебя стоял специально. Ну, значит, ты мандалорец. Ну, ты сказал. Я думал, ты ждешь, пока я умру. Я ждал, пока я умру. Я тебе объяснил, потому что ураган вкидывал на Рому. Да. Кто у меня связался с Ромой, это ты, потому что вы, типа, у щитах, типа, ну, как ты знаешь... Ну, между вами связь, искра есть такая. И смазывание, искра, вот такой вот мод. Когда мы пересеклись снизу, я спускался сверху с навигации с выполненного задания, где мы с тобой там были вместе. Джонни, да, да. Какие щиты, что? Сейчас, это снизу, справа снизу, где вот эти... Да, я первым раундом. Сейчас, одну секунду, Чупик, на кого ты сейчас гонишь? На меня, но это я не Чупик. Я хотел на урагану, но это сейчас не ураган точно. Да, потому что мы стояли специально, смотрели. Это не Аси, все, начинаем с Ромы. Нет, почему не Аси? Нет, суть в том, что это не я, и единственный, кто остается, помнишь, я на доме гнал. И первый, кто начал гнать, это потом ураган. Подожди, а почему? Ураган же может быть все равно. Стоп, подожди. А почему? Быть, почему это не Ася? Потому что я с Асей все это время был. И он скан проходил. Я бегал один сейчас, да. Но я починил свет, после этого прочекал камеру, на камерах было никого, типа, побежал в медблок, выполнил там задание, и потом побежал в правую часть. Ладно, доверюсь. Я пересекся с ураганом и Чупиксом. Кстати, если меня кто-то отравил, то тогда это ураган или Чупикс. Хорошо. Да мы там друг друга уже отравили. Да, я наоборот паранойл в него, он в меня. Мы просто в уголку зажали и все. Мне плевать, я стою здесь. Максимально стою. Если я умру, это вообще прикольно будет. Максимально прикольно. Ах ты, сука, ебаная на Аси. Это Аси. Да, это Аси. Это Олег. Бежал. Это Олег. Он бежал. 100%. Подожди, Аси, а ты откуда ушел? Ты откуда бежал сейчас? Я стоял сейчас. Он вместе с Джонни. Ты откуда бежал? Так стоп, подожди, стой. Да, это Олег. Чупикс. Ты откуда бежал, Аси? Ты откуда бежал? Нет, подожди, стой, почему? Потому что умер Джонни, а Джонни говорил, что... Я спрошу, где труп? Труп, короче, в переходе между верхним двигателем и коридором этим центральным. Там Лаха. Олега не смотри, было рядом? Не-не-не-не-не, смотри, я стоял сейчас на кнопке, а ждал, пока кто-нибудь подойдет это? И активирует саботаж. Ты долбоёб, ты откуда бежал, Аси, блядь? Ты можешь понять, Джонни бежал с панели. Джонни тебе сказал, что я скан прошёл. Я тебе раз задаю вопрос, откуда ты бежал. Я тебе сказал, скан прошёл. Ну скажи так, скажи так, значит. Надо слушать. Ну скажи так. Я говорю, это не я, 100%. Не беси меня. Ты меня не беси. Зажатый её держал просто. Да это Олег. Я ждал, пока кто нибудь спустится, ну и внизу активируют. Так и скажи, блядь. Подожди, не беси. Стой, прошлой катки. Не голосуй, я подожди. Нахуй, Ася, ты с Джонни бегал до фул? Блядь. Да. Олег, был с вами где-то? Смотри, да, Олег мимо меня пробежал, саботаж срабатывается. Ну вот, я пробежал, я обосрался, с тобой пересеклись. Да, я обосрался от Олега, я такой, не-не, я с тобой не пойду, короче, обратно захожу. Понятно, конечно, я побежал через низ, вот, активировался у нас саботаж, и я побежал сразу туда, встал на кнопку, стоял сверху, зажимал ее и ждал, пока кто-нибудь спустится вниз. Все. Да, ну там воздуха не хватило, да, ребят. Держи чуть-чуть воздуха, да. Я? Да почему я? Это потому что Аси говорит, что он скан прошел. А, понятно. Точнее, Джонни говорил то, что Аси, знаю, у Аси изначально... скан. Я не знаю, где Олег. Да? Да? Олеговна, как ты убивать начала? Как орешек. Олег, как начала? Йода, когда один остается, он все, типа, ГГ. Может, убивать раз, сука, задаю один вопрос. А кто первый был? Блин, на самом деле... Я сначала думал, что сейчас разгоняет Мандалорца, и я тоже вылучаюсь из игры. Подожди, одну секунду. Пацаны, во-первых, не встретитесь, пожалуйста, это раз. Во-вторых, Чупикс, я услышал в начале прям раунде, кто-то сказал, что, типа... По-моему, Роган сказал, типа, а, Джон же сказал, что Аси, типа, скан прошел. Да, я говорил.